знаком с моим творчеством, знает, что у меня в репертуаре есть несколько песен моих друзей. Вот, и в частности, несколько песен на моих друзей из Борисполя, проекта «Гитарин». Мы с ребятами очень много и давали вместе концертов, и записали кучу песен. Вот. Обычно я на концертах пою другую их песню. Вот. С нее как бы началось наше совместное такое творчество. Вот. Но я сегодня хочу спеть немножко другую. Вот. Она тоже очень, очень клевая и очень мне нравится. Вообще у Виталия Григорьевича, так я называю Виталия Каменюченко, я некоторых людей называю по отчеству. Мне почему-то так вот более приятно им обращаться. Не потому, что они там меня старше или более там, так сказать, какие-то значимые, но вот некоторым людям хочется обратиться по отчеству. Сказал ему, что, говорит, ты сочинил гениальную, просто уникальную песню, которая будет нас теперь кормить до старости, потому что в ней можно петь любые, как бы, цифры, и она будет подходить к любому, так сказать, случаю. Вот. И вот, ведь, ну, да, вот давайте справедливости, так сказать, ради, скажем все-таки, что на концерты, ну, вот нашего формата, да, там, людей с гитарами, ну, молодежь, в общем-то, не ходит, ну, у них как бы другие, да, как бы немножечко интересы, будем, так сказать, смотреть правде в глаза. То есть ходят все-таки люди уже более взрослые, да, вот, но если они начинают ходить на концерты, то уже ходят поколениями, вот, на мои концерты проверено уже, то есть три поколения ходят там людей, да, вот так. Так что, друзья, когда через, может быть, 30 лет мы с вами снова встретимся в Обнинске, может быть, это, знаете, будет какой-нибудь санаторий там для бардов, исполнительный дом престарелых, может, где-то будет написано «Обнинск, город земли». Не в том дело, что привыкайте к земле, как бы, не в этом плане, то есть это не в эту сторону. Обнинск, город земли, будет этот санаторий стоять, бардов, да, будет там принимать, вот, и, возможно, у меня будет там маленькая такая комнатка, где я смогу, знаете, приехать, и вот, и я вот приеду через 30 лет, вот, и вы вот придете все на мой концерт, Алена, хотел сказать снова, ну, нет, да, вот, Алена, да, вот тоже придет на концерт, да, и вот, и я спою «По 78 лет!» И все-таки
спасибо, братан, про нас, давай, здесь, вот примерно так как-то будет, так что жду вас, друзья, ровно через 30 лет, здесь, в Обнинске, в городе Земли. Там, где нам с тобой по 19 лет. Спасибо.